Настасья, назови свою фамилию, имя и отряд. Я Скобелева Варвара. Мой отряд 7-й. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Ну, мне понравился конкурс талантов. Почему? Потому что там разные таланты. Они показывали, что они умеют, те дети. Очень было красиво и хорошо. Какой номер не твоего отряда на талантов тебе понравился больше всего и почему? Ну, понравился номер 5-го отряда. Там был спектакль, пьеса. Мне понравилось, хорошо было, красиво. Какие кружки ты уже успела посетить? Я успела посетить компьютеры, обережку и оригами. Чем еще занималась в лагере в эти дни? Ну, мы играли в пионербол, играли в перестрелку. Я с друзьями играла, с мясом. Что тебе больше всего нравится в орбите? Больше всего нравится все дети, все воспитатели, вожатые. Чего здесь ты хочешь? Что ты хочешь изменить в лагере? Ну, как бы, по-моему, я хочу, чтобы санчаса тут не было. Твои пожелания орбите? Я хочу, чтобы орбита, она, у нее развитие было очень хорошее, все дети были очень хорошие. Представься, назови свою фамилию, имя и отряд. Я в 7-м отряде, меня зовут Пестов Александр Александрович. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Лазертаг. Почему? Потому что там надо бегать, стрелять, прятаться. Какие кружки успел посетить? Я успел посетить библиотеку, компьютеры. Чем еще занимался в лагере за эти дни? Ну, гулял, дружил, знакомился. Какая у тебя любимая еда в столовой? Оладьи. Что тебе больше всего нравится в орбите? В орбите мне нравятся концерты, которые всегда по вечерам. Чего здесь не хватает? Что хочешь изменить в лагере? Я хочу, чтобы отбой был не в 22:00, а в 00:00. Твои пожелания орбите? Ну, чтобы она всегда оставалась красивой, и как она была раньше. Ну, вы поняли. Дорофеева Аня, 7-й отряд. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Визитка. Какой номер не твоего отряда на талантах тебе понравился больше всего и почему? На талантах мне понравилось выступление моей подруги Даши. У нее была гимнастика. Потому что она там все делала. Ну, у нее было самое интересное выступление такое. Какие кружки успела посетить? Ну, я была на обережке и на оригами. Чем еще занимался в эти дни в лагере? Ну, мы ходили, играли в пионербол, на лазертаг ходили, в кино, на дискотеке. Какая у тебя любимая еда в столовой? Запеканка. Что тебе больше всего нравится в орбите? Ну, мне мероприятия там разные. И то, что лагерь вот так в лесу, здесь все хорошо так. Чего здесь не хватает? Что ты хочешь изменить в лагере? Ничего. Здесь все хорошо. Твои пожелания орбите? Чтобы орбита развивалась, чтобы здесь было больше послушных детей, и все. 8-й отряд, я Денис Ольховиков. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Не знаю. Какой номер не твоего отряда на талантах тебе понравился больше всего и почему?
Мне первый отряд понравился. Почему? Мы хорошо выступали. Какие кружки успел посетить за эти дни? Библиотеку, оригами и компьютерный зал. Что тебе больше всего нравится в орбите? Вожатые. Чего здесь не хватает? Что ты хочешь изменить? Ничего. Твои пожелания орбите? Даже не знаю. Чего ты желаешь? Чтобы он всегда стоял на этом же самом месте, его не сносили. Молодец, спасибо. Гудник Ярослав, третий отряд. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Лазертаг. Чем понравился? Своим принципом, в принципе, что лазертаг — это хорошая игра. Какой номер не твоего отряда на талантах тебе понравился больше всего и почему? Наверное, танец Степана Савченко. Чем еще занимался в лагере эти дни? Снимал в инфоцентре, гулял, веселился. Какие кружки успел посетить? Компьютерный кружок и инфоцентр. Какая у тебя любимая еда в столовой? Рис, оладьи, вроде все. Что тебе больше всего нравится в орбите? Отдых. Чего здесь не хватает? Что ты хочешь изменить в лагере? Я хочу изменить... Да ничего не хочу изменить, в принципе. Твои пожелания орбите. 5-й корпус. Спасибо. Меня зовут Павел Фролов, и я из 3-го отряда. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? И мне почему? Понравилось выступление вожатых. Было весело. Какой номер не твоего отряда на талантах тебе понравился больше всего и почему? Мне понравился номер Степана Савченко, потому что он красиво танцевал. Какие кружки успел посетить? Я успел посетить кружок с компьютерами и инфоцентр и библиотеку. Чем еще занимался в лагере эти дни? Я гулял, веселился. Какая у тебя любимая еда в столовой? Чай. Ничего. Твои пожелания, орбите. Чтобы она такой же оставалась хорошей. Снято. Сашика Степан, 6-й отряд. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Визитка. Какой номер? А почему? Потому что мы всем отрядом выступали. Какие кружки успел посетить? Компьютерную графику. Я один раз снимал инфоцентр. Инфоцентр и библиотека. Расскажу. Чем еще занимался в лагере в эти дни? В основном футбол играл. Какая у тебя любимая еда в столовой? Котлета с пирожкой. Что тебе больше всего понравилось в орбите? Вожатые. Чего здесь не хватает? Что хочешь изменить в лагере? Чтобы было больше корпусов и больше людей. Твои пожелания орбите. Чтобы продвигалось вперед. Булова Анна, отряд 6. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? И почему? Мне понравилось, когда мы показывали, когда вожатые делали нам концерт. Первый день. Какой раз ты в орбите? 2-й. Какой номер не твоего отряда на талантах тебе понравился больше всего и почему? Мне понравился 1-й отряд, потому что их там много и они показывали все весело. Какие кружки ты успела посетить? Какие? Компьютеры, библиотека, и все. Чем еще ты занималась в лагере эти дни? Мы ходили на пионербол. Мы еще ходили куда? У нас еще было, как это называется-то? Спартакиада, что ли, типа того, да. Какая у тебя любимая еда в столовой? В столовой гречка.
чего здесь, что тебе больше всего нравится в орбите? Мне нравятся всякие мероприятия. Чего здесь не хватает, что ты хочешь изменить? Ну, в общем, тут все хватает, только сильно много комаров. Чего желаешь изменить? Я желаю продвигаться вперед и все. Моя фамилия поэта, мое имя Женя, отряд 4. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти первые годы? А можно говорить дискотека? Дискотека! Почему? Потому что там можно веселиться, с девочками танцевать. Веселиться, разминаться, потеть, выходить на улицу, проветряться и опять идти танцевать. Чем еще занимался в лагере эти дни? Проектная декларация на сайте. Кушал, бегал. Ну как бы и все. Какая у тебя любимая еда в столовой? Чай с булочкой. Что тебе больше всего нравится в орбите? В орбите мне нравится дискотека. Чего здесь не хватает, что ты хочешь изменить в лагере? Я хочу изменить, ну как, да что мы очень много едим. Мы идем с корпуса сюда, идем на репетицию в корпус и опять на еду. Поменьше еды. Даниил Баганов, третий отряд. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? И футбол, дискотека, отрядные огоньки, кино. Как-то понравилось. Какой номер не твоего отряда, но таланта тебе понравился больше всего и почему? Сансара. Какие кружки успели посетить? Инфоцентр – это кружок. Инфоцентр – это кружок. Чем еще занимался в лагере эти дни? Ел. Какая у тебя любимая еда в столовой? Вкусно. Мне больше всего нравится в орбите. Кровать. Представься, назови свою фамилию, имя и отряд. Маркова Дарья, третий отряд. Онищенко Лолита, третий отряд. Какое мероприятие вам больше всего понравилось за эти 5 дней и почему? Конкурс визиток. И потому что все визитки были оригинальные и по-своему привлекательные. Мне понравился вожатый стайл, особенно как танцевал наш вожатый Костя. Это было очень смешно. И да. Какой номер не вашего отряда понравился больше всего? И почему? Сансара, потому что даже из нашего отряда две девочки под него... одна девочка под него заплакала. Это было трогательно. Ладно, Сансара. Оригами. Минутик. Короче, нет, я не ходила на кружки, потому что у меня нет времени. Чем еще занимались в лагере за эти годы? Играли в пионербол и репетировали. Мы репетировали танцы, потом мы играли в пионербол. У нас был лазер тайм. Так это, так. Да? Так, лазер так. Забавненько. Вот, это было прикольно. Какая у вас любимая еда в столовой? Гречка! Что больше всего нравится вам в орбите? Мошки топ! Обожаю мошек. Я ее съела сегодня. Чего здесь не хватает? Что хочешь? Вообще-то мы не закончили. На самом деле тут все очень круто, и нам больше лично мне больше всего нравятся мои ребята в отряде. Ульяна Карманова, 4-й отряд. Костя София, 4-й отряд. Мухаммедшина Алиса, 4-й отряд. Сам не напоминаюсь. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось за эти 5 дней? Наверное, концерт, не знаю. Вожатский. Да, вожатский стайл. Нам всем понравился вожатский стайл. Какой номер не твоего отряда на талантах тебе понравился больше всего и почему? Сансара, красиво, мальчики пели. Да, Сансара. Какие кружки успел посетить? Оригами. Я не ходила на кружки, нет. Я на оригами сходила один раз. Чем еще занималась в лагере за эти дни? Мы в пионербол. Играли в пионербол, смотрели кино и репетировали. Да. Дискотеки были. Да? Дискотеки. Ну, вот.
Какая лазерка? Какая у тебя любимая еда в столовой? Рожки с котлетами. Запеканка с изюмом. Не знаю, мне вся еда нравится. Что тебе больше всего нравится в орбите? Все нравится. Все. Все. Что? Больше всего. Да. У нас маленький словами запас. Да. Мне нравится концерт больше всего. Чего здесь не хватает? Что хочешь изменить в лагере? Ничего, все устраивает. Ничего. Нас сказали, ничего.